Станислав Владимирович Шевченко на протяжении многих лет успешно возглавляет Всероссийскую Федерацию волейбола. Также он является членом административного совета Международной Федерации волейбола, вице-президентом Европейской Конфедерации волейбола и членом исполкома Олимпийского комитета России. Во многом благодаря Станиславу Владимировичу авторитет российского волейбола в мире огромен. Главное признание этих заслуг – тот факт, что чемпионат мира по волейболу 2022 года примет наша страна. Он начнется уже через год, 26 августа 2022 года, и матч открытия пройдет у нас в Санкт-Петербурге. Российские национальные команды всех возрастных групп и клубы доминируют на международной арене. Конечно, все мы помним главный триумф российских волейболистов на Олимпиаде в Токио. А недавно являлись свидетелями того, как нашей команде не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы повторить в Токио лондонский успех. Но олимпийские медали – это не просто талант и самоотдача игроков. Это кропотливая каждодневная работа сотен спортивных школ и училищ Олимпийского резерва. Это матчи молодежной лиги, которые по драматизму часто не уступают олимпийским финалам Лондона и Токио. Это многочисленные и постоянные победы наших юниорских и молодежных сборных на чемпионатах мира и Европы. Это отлично выстроенный механизм суперлиги. Это система, при которой ведущие роли в отечественных клубах играют наши российские игроки. Всероссийская федерация волейбола с огромным отрывом опережает все остальные российские федерации игровых видов спорта по количеству завоеванных медалей на всех уровнях. Всероссийская федерация волейбола под руководством Станислава Владимировича Шевченко активно развивает пляжный волейбол. И не случайно именно российские волейболисты являются действующими чемпионами мира, а совсем недавно стали серебряными призерами Олимпийских игр. Многое делается Станиславом Владимировичем для развития новой спортивной дисциплины – волейбола на снегу. И в этом направлении российский волейбол также добился значительных успехов. Помимо этого, за последние годы в нашей стране построено большое количество новых и современных дворцов спорта. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я перечислил сейчас лишь небольшую часть того, что сделано и делается Станиславом Владимировичем для развития российского и мирового волейбола. Станислав Владимирович Шевченко. Слово предоставляется президенту Всероссийской Федерации волейбола, кавалеру ордена Платонова Станиславу Владимировичу Шевченко. Спасибо. Дорогие друзья, среди здесь присутствующих я, наверное, меньше всех был знаком с Вячеславом Алексеевичем. Вот. Но то, что мы слышали игроками, то, что мы раньше слышали, говорит о масштабе личности этого человека. Я могу сказать, что сейчас люди, которые выступают у нас во всех сборных командах, это взрослых, юношеских, они меряют себя его, значит, понятиями. Вот. То, что пройдет открытие чемпионата мира в 2022 году в Питере, это уважение городу и уважение к нему, как к личности, который очень серьезно работал в питерском и отечественном волейболе. Вот. Но впереди новые соревнования у нас, новые старты. Постараемся оправдать доверие. Спасибо.